это гороскоп, и я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. Вас в этот день ждет слава и успех. Телец. Вероятно, деловая или личная поездка. Близнецы. Звезды рекомендуют позаботиться о своем здоровье. Рак. Вы серьезно настроены для того, чтобы оптимизировать свои доходы. Лев. Приятный день во всех отношениях, особенно в личных. Дева. Ваши робкие попытки самим решить проблему вряд ли увенчаются успехом. Весы. Кто-то поддержит ваши идеи и даже решится их профинансировать. Скорпион. Продолжится процесс консолидации вашего семейного клана. Стрелец. На работе подует ветер перемен. Козерог. Займитесь каким-то новым досугом вместе со своим партнером. Водолей. День вполне удачен во всех отношениях, связанных с финансами. Рыбы. Кто-то пытается влиять на вашу точку зрения. Постарайтесь пресечь это. Это был гороскоп, и я Главицкая. До встречи!